Итак, первое, о чем нам нужно поговорить в отношении православия, это история, которая привела к формированию того состояния, с которым мы сегодня имеем дело. Иногда, когда мы смотрим на какие-то современные явления в православии, очень трудно понять вообще, зачем они нужны и как с ними иметь дело. Но если посмотреть на то же самое явление в его происхождении, в его историческом развитии, то это явление занимает определенную вполне закономерную нишу в структуре православной жизни, в структуре православного мира. Поэтому при обсуждении православия история неизбежная тема, и нам важно подумать о значимости истории, для православия и зная чем из истории и саму историю мы будем обсуждать начиная с византийских истоков православной церкви хотя православие для нас сегодня это прежде всего особенность России и здесь у нас самая большая в мире православная церковь но не здесь возникло православие на Русь православие пришло чуть более тысячи лет назад из Византии, там оно формировалось, и мы не можем понять русское православие, не понимая прежде всего православие византийское. Итак, что же значит история, в том числе и византийская история для православия? Вообще православие, так же как это католицизм, очень часто называют исторической церковью. Историческое в том смысле, что есть долгая историческая преемственность. От дней апостолов и до нашего времени. Православие не возникало, не возникло в результате какой-то революции. То есть бы нет было никакого момента в истории, когда что-то особенное произошло и до этого момента нет православной церкви, а после этого момента есть православная церковь. Православная церковь это результат постепенного развития, постепенной эволюции от того момента, когда собственно церковь возникла на этой земле, до сегодняшнего дня. Кстати, этот факт, отсутствие революционных изменений, отсутствие резких, кардинальных изменений православные очень часто используют для апологетики. Они задают протестантам такой вполне резонный вопрос, а не подскажете ли вы, когда вы появились на свет? Ну, лет 400 назад, да. И вы считаете себя подлинной церковью, потому что вот вы появились 400 лет назад. Или, может быть, мы должны считать подлинной церковью то, что появилось не 400 лет назад, а было всегда на протяжении всей истории православной церкви. Ну или всей истории церкви, которая воспринимается как история православной церкви. И на этом основании православная церковь претендует на то, что она единственная истинная церковь, и все остальные, как-то появившиеся позже, отколовшиеся от православия, или, может быть, отколовшиеся от тех, которые откололись от православия, не имеют права претендовать на то, что она, они являются настоящей церковью. Обычно православные, когда говорят о истории своей, об исторической преемственности, они все представляют так, будто бы православие никогда и не изменялось. Будто бы апостолы и создали православие в том самом виде, в котором мы встречаем его сегодня. И вы помните слова Александра Шмемона о том, что иногда это приводит к почти что шизофрении и жизни в таком в нереальном вымышленном мире. Потому как исторически, конечно, все менялось. И непредвзятый исторический анализ показывает, что современная православная церковь во многом отличается от той церкви, которую мы видим на страницах Нового Завета, о которой мы читаем в книге Деяний апостолов или в посланиях. Поэтому, когда утверждается, что все так и было, то происходит некоторая мифологизация истории. И нам важно увидеть эту мифологизацию, понять эту мифологизацию по той причине, что если мы не видим, что православие мифологизирует историю, если мы не видим, как оно пытается представить себя неизменным на протяжении всего этого периода, хотя это и не соответствует правде, то, наверное, нам единственное, что остается, это сказать, ну да, конечно, вы правы, а мы вовсе и не церковь. Если же мы понимаем, что история все-таки мифологизирована, и хотя не было революции, но было развитие, и, может быть, не все элементы развития мы, как протестанты, оценим положительно, то тогда мы можем говорить и о том, что, может быть, есть смысл и поискать какие-то другие обоснования для того, что именно считать истинной церковью. Тем не менее, вот эта вот идея исторической преемственности, идея вот такого непрерывного исторического развития, она в каком-то смысле соблазнительна для протестантов. И Время от времени протестанты пытаются то же самое развитие найти и у себя. Есть такая довольно популярная среди протестантов идея, она по-разному звучит, кто-то это называет такой невидимой подземной рекой, в одной книге это названо следом крови, еще как-то, что с самых первых апостольских дней... И до нашего времени невидимым, тайным образом существовала подлинная церковь, отличающаяся от православной, от католической церкви. И вот эта вот подлинная церковь ⁇ это мы с вами. Такая какую идею вы, например, встретите у Павлова, одного из лидеров русского баптизма. Может быть, он не сам к этому пришел. Здесь, возможно, влияние через Лода Редстока от Дарби, потому что у дарбистов тоже распространена была эта идея. И когда протестантские авторы пытаются описать эту идею, то обычно как они это делают? Они говорят, что всегда были люди, не согласны с официальной линией церкви, и говорят о бальбегойцах, о павликианах, о монофизитах, о донатистах и о многих-многих других раскольнических группах, которые осуждались церковью, преследовались церковью, откалывались от церкви. И вы знаете, если мы посмотрим, ну так непредвзято посмотрим на учение всех этих, этих групп, то окажется, что единственное, что объединяет все эти группы, это именно сам факт откола, отхода от официальной церкви, отхода от, от какой-то генеральной церковной линии, потому что среди этих групп, которые время от времени протестанты называют среди своих предков, есть люди, которые не верили в божественность Иисуса Христа, есть люди, которые верили, что есть два бога, добрый бог и злой бог, и эти боги одинаково вечные, и есть практически все возможные христианские и нехристианские ереси. И когда мы рассуждаем подобным образом, мы говорим, вот всегда была эта невидимая подземная река, и вот результат мы с вами, то человек, немного знакомый с историей церкви, он обнаруживает, что если все это действительно правда, то с нами лучше вообще не иметь дела, потому что более страшных еретиков, чем мы, просто на свете не существует. И здесь нам важно проявить некоторую мудрость и некоторую осторожность. Здесь нам важно признать, что церковь, которая является истинной церковью, Божьей церковью, созданной Христом церковью, она не сводится к конфессии. Она не сводится к определенным структурам там, в согласии или не в согласии а с генеральной линией. Церковь — это люди, возрожденные Богом. И люди, возрожденные Богом, исторически зачастую были частью, зачастую были членами православной церкви, так же, как они были членами и католической церкви, так же, как они являлись частью и каких-то других церквей с ортодоксальными взглядами на христианство. И в этом отношении, размышляя об истории, нам очень важно понять, что история церкви — это не исключительно православная история. Это и наша с вами история. Может быть, мы как-то по-другому пошли, может быть, у нас нет такой непрерывной преемственности, какого-то плавного и неизменного развития, но тем не менее, если мы не будем смотреть на историю церкви как на что-то принадлежащее и нам в том числе, то тогда действительно православные правы и для нас просто нет места в Божьей церкви и в том, что задумал Бог. Поэтому мы смотрим сейчас на историю, прежде всего, как на предысторию православия, на византийские истоки православной веры. Но размышляя о значимости истории и задаваясь вопросом о том, чему мы, собственно, можем научиться как протестанты, мы должны понять, что это не только их история, но принять, осмысливать и использовать историю церкви, как и нашу, в том числе, с вами историю. Церковь по-настоящему подлинная церковь, истинная церковь, я говорю как протестант, она проявится в вечности. Тогда будет ясно, где пшеница, а где плевелы. Тогда будет ясно, кто действительно с Богом, а кто только притворялся. Но здесь, на земном, на организационном уровне, мы должны понимать, что не в конфессиях дело, а в отношениях человека со Христом. И эти отношения исторически были в Византии, они были в православии, они и сегодня есть в православии, но он не есть и у нас с вами. На этом мы остановимся с обсуждением значимости истории. Перерывчик. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте тв Ищите нас в поисковых системах по запросу тв семинария